Мы сейчас находимся в магазине. Вот какие цветы красивые. И скидочки, скидки, скидки. Месяц скидочек. Очень цветы красивые. И цена 10, 20, 15. Разные такие подарочные варианты. Очень интересные. Какие красивые, смотрите. Орхидеи. 9 евро. Вот какой красивый цветочек. Смотрите. И вот необычный такой цветок. Я не знаю, что это за цветочек, но необычный такой. И тут еще вот такие красивые зелень. А вот кактусы. Я люблю кактусы очень. Разные-разные кактусы. И разные декоративные цветы. Это вот все. Всегда здесь хорошие, всегда цветы. И вот смотрите, какие скидочки на все. Красные. Вот такие фикусы. Смотрите, вот 18 евро. Да, 18 евро фикус. Да, такой красивый, он так хорошо растет. И вот такие цветочки тоже, 29 евро. Вот подарочные варианты для детей. Смотрите, все для семьи офертас. Это все скидки в магазине. Очень большой магазин. В основном сейчас вот для детей к Новому году, к Рождеству, на подарочки. Разные игрушечки. Все это. А вот отдел оливкового масла. Какое только ваша душа пожелает. Смотрите, какой выбор. Цены 3, 5, 6 и выше. Ну, это хорошее оливковое масло, которое вот для больших, по 5 литров, по 3 литра. Масло хорошее, испанское масло. И фирма Боргес очень хорошая, качественная фирма. И, кстати, 50% скидки идет вторая. И многие другие тоже делают скидочку. Сейчас ноябрь, поэтому скидки хорошие делают. Вот такие отделы. Макароны разные здесь. Ну, тоже вот, смотрите, одну берешь, вторая 50%. Очень пошли большие скидочки. Ну, ноябрь месяц всегда так. Понемножечку. Ну, вот, хорошие такие. Тоже 2,25. Вторая 50%. А это винный отдел. Тут вина. Вот целый бочоночек за 8,95. Там сколько литров? 5 литров. И вот такой отдел. Это только винный отдел. Очень, очень, кстати, хорошее тут вино. Можно выбрать хорошее вино. Испанское вино очень хорошее. И есть очень сладкие, и скрепленные. И скидочки тоже 10% идет. И вот хорошие скидочки на все. Мне нравятся, допустим, очень хорошие вина испанские. Рекомендую. А здесь отдел сыров.
молочный отдел. И с другой стороны тоже. Это отдел фруктов. Такой отдел. Это тоже отдел овощной, отдел хороший, такой большой. И очень-очень-очень хороший большой отдел. А вот очень вкусные конфеты. И с орешками, и разные-разные. Очень-очень вкусненькие. И цена 4,99 за килограмм. Очень вкусно, я пробовала. Это такие печенечки сладенькие. То же самое. Как бы, ну, это в основном новогодние уже. Это мы в большом магазине прогулялись, посмотрели, что есть, немножечко закупились. На этом заканчиваю съемочку. Кому нравится, подписывайтесь, смотрите. Всех благ вам, всего хорошего. На этом до свидания. Там на втором этаже еще есть магазин. И парковка очень хорошая. Классный магазин.